Всем пламенный hello, меня зовут Мария Батхан, и я училка английского. В этом видео расскажу вам про конструкцию used to. Она уже переводится как «раньше я что-то делал, а сейчас не делаю». Поэтому I used to eat sweets значит, что раньше я ел конфеты, а сейчас не-не. Не надо дополнительно объяснять людям вот before, а вот сейчас now, no, 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 не надо. Сама по себе конструкция used to это значит. I used to do something. Не путайте, пожалуйста, ее с I am, used to и дальше глагол с инговым окончанием. Это другая тема про привычки. Не будем вам забивать голову сразу всем. Пока просто. I used to. Напишите свои примеры в комментариях.